Всем доброго вечера, с вами как всегда Виспертос, Ризи и продолжение Russian Major League. Шестой сезон, мы открываем ТикТок, пацаны! ТикТок, пацаны! Не дай бог со мной кто-то ТикТок сделает, расстреляю сразу, в общем, однозначно. И все. Попадает, и все, хорош! Минус Люмпен, пошел пуш, здесь ультиматумик все-таки перестреливает. Вот эта ответочка может прилететь. Нет, не получается пока попасть по своему противнику. Зато ультиматумик собирает тут еще одного. Скутер! Вот уже, а мог бы поймать, но в итоге не подловил, не услышал дропа. В итоге это... Опять от ультиматумика. Ультиматумик эйс. Не понимает откуда, пытается Шепард промансить и как-то забрать сейчас, но до позиции лежа. Не угадывает этот момент вообще, какие мансы, как же Шепард считает. Может быть приехал еще один, мимо, да ну! В итоге Мунлайт прокинул, очень долго еще и с баром занимаются. Перетяжка в итоге отворотся на лестницу. Но здесь просто данчик, красава! Отличное подбитие. Очень долго этот переход, в итоге тут почти... полные размены. Отличнейший сепор, естественно, но Шепард с Оловизом заканчивает этот раунд. Милон задолжил сепор, хорошо. Но Сокс выходит, убивает Плен. Здесь Сокс просто в наглую залетает. И Милон, конечно же, попробует сейчас залететь. Получится ли это сделать? Нет, даже времени не успевает. Он... Знаю. Все нормально у них. Они фризер уже контролят. Сейчас не подставятся бы вот под холвы. Вот тут есть один враг. Второй раз. Продолжение. Да ну! Вот это выход. Не хватает, я не знаю, помощи какой-то. Да ну! В ТГ на одном хп выживает. Коржика минус 3 наконец-то. Да и штука стоит похвалить, как говорится. Сок остается в соло. Как он это читает? Да, не задронили. Это не дронит, ну серьезно, ну, типа да. Конфу можно оставить. Вот, ну, например, Лери здесь умирает, походу. Да. Здорово. О, Фрей успевает. О, чего? Ничего себе. Там Паш еще разбит. Сокс, отличный, минус 2 в линейку забирает. И никто не прикроет сейчас деактиватор. Инфы нету у дедов. Неприятно, дефьюз до конца. Это сейчас только сейчас это поможет. Только они вдвоем идут пикать. Первый пошел, второго. Будет размен. Два эльс. Ошибка. Минус 4, это ФМХ в итоге. В меньшинстве, там очень опасно. Там вижу еще один фраг. Ничего себе. Да сколько можно-то по два фрага каждый раунд выдавать? Вот это работает по ФМХу. 90-то под контролем. Еще один выход от Раши. Как же сыпет. Да я не верю. Нужно деактиватор забирать. Да ладно. Ну, я не знаю, как по-другому назвать. В анлоке тайминг. В итоге отличный смеш, просто префом выходит Джонни. Он был на лоу хп, флайерса время повалили. 20 секунд до конца, идет кушать раш у нас. Не справляется с отдачей. Сейчас будут, неужели ресетнули? Да, ресетнули. 4 в 2 ситуации, на последних секундах можно пробовать стать активатор. Выходит Скати, проигрывает на стрелку. Какой фейл! Продолжает на меня здесь просто байтить смеша. Ну и вот все, пошел пуш какой-то тут наглейший, но смеш все-таки разменку дает. На меня не получается здесь перестрелять до конца Раша. Тут минус 2! С пистолета просто минус 2 потушил, ничего себе! Будет минус по Фишеру, но... В итоге Фишера снизу взрывают, остается у нас один нет внизу. Надо пройти активатор и просто в наглую его ставить. Будет ли инфа? Да, есть инфа. Бак первый успевает его сбить. Но последний секунд. Хайбикс! Хорош! В итоге ставит Айгон у нас деактиватор. Ух ты, господи, какой фейл Егор сейчас оформляет. В итоге идет пуш от Хайпекса, он начинает своей жизни сейчас сбивает деактиватор. Остается у нас Фишер с Шишем. Павни вставит деактиватор. Идет просто хороший по неду. Но Павни вставил, в итоге они думают, что это сейф, а там ставит деактиватор. По одному есть информация. Павнев отличнейший разворот и киткат также заканчивает Шиша. 20 секунд до конца, нужно внутрь сайта заходить. Нет, ой, а нет, нет здесь фей, уже нет фей, упоре. Нет. Ой, как две головы можно было забрать. Все-таки Фишер успел. Туда выхода нету. Газовая граната кусает Айгон, но он, по-моему, поставит деактиватор. Естественно, идет выход от Фишера, но киткат его уже убивает. Надо уходить, там все, команда лежать. Паша прочитает. Да ну, какой unlucky тайминг для китката. Просто фейл. В итоге ВТГ разбирается с Айгоном, просто в ногу идет дробовичка. Но второй раз еще разбирается с Рудзи. Раундов, по-моему, двух точно был. Отличный выход от Коржики. Слушай, наконец-то у Коржички-то идет игра.
тушит его потихонечку здесь Мелод. Да ну, Кассиди Пик еще и Баша, хорошо, порой заставит, вроде вообще игра не идет. Стен, кстати говоря, софтовая, так что можно будет попробовать сейчас. Ой, вот подловить. Веточку, что-то прилетело. Вот что прилетело. Вот что прилетело еще. Мелон, правда, пожадничал. Где именно заходит? Вот здесь по ногам. Хорош, Коржека, четкое понимание карты. Пожалуйста, просто положил. Раз кто-то перезаряжает свой бубылду. Мелон, тем временем зовут Айгона. Он в сайте. Просто в сайте. Он успел их со спины обойти. Пашка делает отличный еще размен. Павнев остается один за Виктавера. Ну и, скорее всего, тут моментально размен будет. Павнев... Видимо, под тоннел. Скутар просто влетает в сайт. Как же было близко-то на самом деле. Дан тем временем разбирается с Джонни. Это вообще был, походу, туннель. Судя по всему, Нами разбирается с первым. Джойстик также с FMX. Идет пуш. И он вообще с обратной стороны. Может попробовать Шепарда поднять, но это слишком опасно. Не, это слишком опасно. Нужно смотреть пропил. Да, как раз-таки все под него. И все должны сейчас на него выходить. Надо обходить. FMX получил много дамага. Минус 2, минус 3. В итоге минус 4. Можно продолжать. Или поднять Шепарда, да, поднимает Шепарда, там Джонни с обратной стороны, сейчас подымут до конца, с пистолета выходит одного, забирает и... Олвейс, 4 убийства! Да ладно! Да ладно! Практически нет, и FMX подловил здесь Дана, но плохой выход здесь на пропил, Джойстик его встречает, в итоге Шепард просто начинает лететь вперед, скутер, отличный поджим с лестницей, но здесь успевает Джонни повалить, тот не перестрелял его в такой ситуации, но там на мех, хорошо, но... Да, они, походу, его не запушат. 10 секунд остается. Он там в скайте пытается дать опен. И у него вроде как даже это получается. Хороший прострел. Убивает он еще ко всему чему Дана. Шепард убирает, правда, Примерксы, который должен был прикрывать Скитчена. Но установка деактиватора в не очень хорошем месте. Но промахивается Джойстик. Ковы забирает FMX. Скайте... Газовая граната, Экзодус под новым, поэтому дропнуться быстро не получится. Идет Хае, нагрев. Не коцается у нас Раш вообще, от слова совсем. Еще одна Хае, но она не тайминговая, судя по всему. Пошел пуш первого. Сейчас еще пойдет второй, Шиш откисает. Новый Хайпикс, вот сейчас можно попробовать что-то изменить в игре, но тут Раш уже ждет Хайпикса. Какие-то 2 в 4, Флэш собирается с Егром. Остается один Визард, успел повалить он смеши. Ну, знает про сигарку. Может даже вообще стоит отползти. Там дальний преф от Флайерса. И да, за секунду до установки деактиватора сбил. Кого? Раш, ну, последняя секунда. Последняя секунда буквально не хватило. Шиш разбирается с Рашем. Остается один смеш на Маэстро. И вот этот раунд уже может уйти в сторону ИМА-4. Там ножки видно, копытца прям в упор. Минус голова у Хайпикса. Остается один Шиш. В самый момент, когда камера-то должна была стоять в другом месте. В итоге идет пуш с обратной стороны. И все-таки хэдшот от смеша. Надо ставить. Надо ставить уже деактиватор, потому что времени очень мало. Разбирается с Рашем. Минус Раш. В итоге газовая граната наперед летит. Там прикрытия нет, и Фишер все-таки поставит. Он должен поставить до конца. И в итоге Хайпикс просто идет пушить лицом. И... Фрей. Вот это самое неприятное. Мунлайт отлично подловил Лерри. Выход от Лимонада повалил он одного. Там Фрей перестреливает вверх. Хорошо, но Люмпин остается здесь на позиционке. Без прикрытия сейчас Фрей. Вот это самое неприятное для него. И Лимонад прочитал выход от Люмпина. Зарабатывает фраг и остается один орден. Есть у него Хае. Попробовать подпушить, но там, скорее всего, Соги. Ого! Нормально. Вот это Хаешечка. Ну, не отсюда не пройти. Он пытается байтить. Да ну! Проигрывает Неужели проиграет? Не верю! Да ладно! Нордвин, ты шо? Вия должен сейчас выиграть этот перестрел. Ну, какой тайминг отвратительный! Успевает Фрея, потому что он на одном хп буквально-таки был. Идет перестрелка по одному. Нет информации по Мунлайту абсолютно, слово совсем. Просто доедать. И в итоге пожадничал немножко Сокс и не успел, в последний момент услышал. Тут перестрелочка, ой-ой-ой, Фрейта, кстати говоря, его подловили. В итоге пятером у нас вараться остаются. Запрыгивает момент, но Лерри там перестрелится, сразу же умирает. Сокс, хорошая реакция, Лимонад минус Мунлайт, он снизу все это делает. Выход, соответственно, сейчас будет по белой лестнице. Просто вдвоем остаются против двоих. Максвелл уничтожает Сокса, остается один только Лимонад. Диктиватор просто не успел. Просто не успели поставить. В общем, на сегодня все, дамы и господа. С вами были Виспёрт Стризи, ваши ведущие.